Греют только знания. В Ивановской школе номер 55 до сих пор нет отопления. Средняя температура в классах 13 градусов. Вице-губернатор на заседании правительства жестко дал понять Ивановской мэрии, что такая ситуация недопустима. И как выяснилось, причина даже не в серьезной аварии или иной поломке. Дело в документации. 55-ю школу снабжает теплом частная котельная, принадлежащая Ивановской энергетической компании. В начале лета компания затеяла перевооружение котельной и заверила мэрию, что после всех ремонтных работ дополнительный допуск регионального Ростехнадзора не потребуется. А он потребовался, и документы оказались не готовы. На завтра назначен выход инспекторов Ростехнадзора на котельную, поскольку все документы уже проверены, допуск по газу и по теплу получен. Завтра мы надеемся, что после осмотра котельной будет произведен пуск газа и пуск тепла на соответствующие объекты, отапливаемые от этой котельной.